Всем привет, дорогие друзья, вы на моем канале, и сегодня я вам покажу, ну вы же знаете, как бы, что все говорят, что «Спаси Симбочку» удалили из Google Play. Сейчас я вам это докажу, что ее не просто так удалили, то есть ее, что ее не удалили. Заходим вот сюда, вот, оп. Вот «Спаси Симбочка», «Симбочку». Так, смотрите, ребята, я вам сейчас докажу, что ее не удалили. Вот заходим, вот эти вот буквы нажимаем. Ой, не типа точки, а вот эти вот буквы. И вот эта игра, ребята. Вот. Все, жива-здорова. Так что, ребята, вы не отчаиваетесь. Вы сможете все еще скачать «Спаси Симбочку». Потому что... она не удалена. Сейчас мы с вами еще кое-что проверим. Так, вот я видела это видео, что нужно нажать на это еще вот. И тут тоже будет Симбочка. Да, это правда, ребята. Не отчаивайтесь, ее не удалили. Так что, пока ее полностью не удалили, так что скорее схачивайте. Так что всем пока. Пока. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.